Всем привет! По просьбе нашего подписчика мы решили распечатать станок Чемпион для заточки цепей. Серия идет Pro, марка у него идет C2001. Мощность станка 230 Вт. Скорость вращения диска 3000 оборотов в минуту. Диаметр посадочного отверстия 3,2 до 4,5 мм. Внешний диаметр заточного диска идет 145 мм. То есть марка станка идет профессионально. То есть также сразу же хотел бы, чтобы обратили внимание, что производитель предлагает соблюдать технику безопасности во время работы. То есть что он нам предлагает, это работать в защитных очках обязательно и перчатках. Хотя я сам работаю на этом станке и перчатки и очки не одеваю, так как у нас стоит очень мощная вытяжка, которая в принципе всю пыль, металлическую стружку засасывает. То есть использование соответствующего типа и размер заточного диска. Следить за тем, чтобы на станке всегда был установлен защитный кожух. То есть кожух, конечно, мы тоже практически используем всегда, но когда диск стирается до того момента, когда уже кожух упирается в сам зуб, мы кожух этот снимаем и диск истачиваем до конца. Потому что диски хорошие, дорогие. То есть тот, который идет в комплекте, я чуть позже покажу, он не соответствует требованиям по заточке цепи, так как зернистость у него очень мелкая, и при заточке, особенно китайских цепей, металл перегревается. То есть также мне непонятно, почему они пишут, что диаметр посадочного отверстия 3,2-4,5 мм. То есть я работаю на таком станке, у меня диски идут с посадочным 22,2. Даже на коробке дисков видно, что посадочный размер диска 22,2. Ну, сейчас откроем коробочку и посмотрим. Наш станок был куплен 2 года назад. То есть у нашего станка было много недочетов, которые нам приходилось самостоятельно устранять. Сейчас я вам покажу, что конкретно нам приходилось исправить. Станок тяжелый, двигатель идет асинхронный. Производительность у станка тоже отличная. Точит великолепно. Здесь есть инструкция по эксплуатации. Так, диски. Наш станок был куплен, как я повторюсь, уже 2 года назад. Здесь была пластиковая шайба. При работе где-то недели эта шайба у нас треснула. То есть пришлось шайбу установить от болгарки. Пружины на старом станке не было. То есть был обычный болт. Но в принципе все заменили, все работает. К этому проблем нет. Мелочь, я считаю. Что касается вот этого рычага. То есть рычаг. При интенсивной работе у рычага стирается рабочая поверхность здесь, то есть рычаг начинает проскальзывать. То есть со временем обращался к товарищу, он нам здесь наваривал небольшую каплю сварки, то есть напильничком ее подпиливали, в принципе тоже все работает. Поэтому замечаний нет. Что касается двигателя, у старой модели станка крышка двигателя была пластиковая. Пластиковое вентиляционное отверстие, где происходит забор воздуха, были с завода изготовителя недолиты. Скорее всего, долиты, но не убраны. То есть двигатель очень сильно грелся. Здесь этого уже не будет. Сама конструкция вся выполнена из металла. То есть есть возможность выставлять задний угол заточки цепи. Это тоже очень важно. Мы его ставим 60 градусов, а боковой угол это 30 градусов вправо и влево. Давайте попробуем станочек этот собрать, запустить. Посмотрим, что у нас выйдет. В комплект входит камень для шок. Этот нужен для того, чтобы подправлять диск, потому что при заточке диск стирается с одной стороны. Кто-то его переворачивает. Мы это не делаем, потому что цепей несут заточку очень много. Мы камнем просто диск выравниваем, подтачиваем и все. Шестигранники для сборки. Ну и плюс линеечка, с помощью которой можно посмотреть, заточен ли у вас
диск под правильным углом или нет. То есть она здесь тоже есть. Камень, конечно, я советую, кто купит станок, чтобы использовать его в профессиональной деятельности, заменить на оригон. Диски. Что касается дисков, повторюсь еще раз. Сейчас, может быть, конечно, на заводе уже изменили качество диска. Но вот смотрите, сразу же хочу вам показать, что диск в новой коробке был сломан. То есть эти диски сразу же выбрасывайте. Покупайте либо Орегон диск, который работает в 5 раз дольше. Но цена этого диска где-то в районе 1000 рублей. Либо оригинальный чемпионовский диск. Вот такой C2022. Шаг цепи 3 8 325. Это самый популярный диск. Цена у него средняя где-то рублей 150-200. Диски точат цепи шикарно. То есть нареканий нет. Зуб не пережигает. В комплекте идет также ручка. Ручка. Ну и фиксатор, чтобы установить двигатель на станину. Давайте попробуем его собрать, и все будет наглядно видно. Преимущество станка, то есть во время работы вы будете чувствовать себя комфортно, шума никакого постороннего, свиста не будет, то есть можно будет спокойно работать, получать от этого не только деньги, но и удовольствие. На станину делается это тоже все просто. Сейчас, ребята, я вам покажу. Болт вставляется вот сюда, вот фиксируется, зажимается. Вот мы и собрали станок. Конечно, было сложно это сделать, но получилось. Почему-то все с завода болты были ослаблены. При сборке он у нас просто развалился. Но сейчас мы его собрали, попробуем запустить, чтобы послушать, как работает мотор. То есть мотор работает бесшумно. Также обратите внимание, что присутствует подсветка рабочей зоны. То есть это все видно. Двигатель работает очень тихо. То есть задний угол у станка, я повторюсь еще, мы выставляем 60 градусов. Вот здесь вот должно это видно быть. При заточке цепи я советую выставлять угол 30 градусов вправо, 30 градусов влево. То есть тогда цепь будет заточена правильно с заводским углом. Сейчас я вам покажу наш станок, на котором мы работаем уже 2 года. Заточил более 5000 цепей. Вот такой вот станочек, чемпион. Крышка пластиковая, отверстия вырезали сами. Подсветка у нас немножко другая. Кожух сняли, потому что диски стараемся дотачивать до конца. Подсветку сделали другую. Сейчас мы вам это тоже покажем. Вот она, подсветочка нашей рабочей зоны со стороны затачиваемого угла. То есть угол видно. Что зуб заточен, это тоже видно. Что касается вытяжки, если обратите внимание, налет металлические крошки этой стружки, он налипает на задней стенке. Тут у нас стоит вытяжка. То есть весь мусор собирается в мешок. То есть если будете станок использовать профессионально, советую вытяжку ставить мощнее. Позже мы к ней вернемся. Я вам покажу, какая у нас стоит вытяжка. То есть советую взять именно ее.